Привет, девчонки! Сегодня обзор покупочек FixPrice. Ну, я начну с пищевых, значит, продуктов. Закупила вот новиночки, значит, такие фруктовые смеси. Одна орехово-изюмная и такая карамельная в открытом целлофане. Другая в закрытом тоже арахисовая смесь. Сейчас откроем, посмотрим, что там внутри. Ну и третий вид — это компотная смесь. Там, наверное, сухофрукты. Мы сейчас посмотрим. Написано, что без консервантов. Но посмотрим. Производитель везде один и тот же. Вот ореховая долина. Вот здесь прозрачно все видно. Мы ее просто можно сравнить с вот такой закрытой арахисовой смесью. Я вот высыплю в тарелку. В принципе, ингредиенты повторяются. Но вот есть еще такой, наверное, это что-то наподобие апельсинки. По весу совершенно одинаково. По весу здесь 300 грамм. Вот написано 300 грамм. Так что посмотрим, будем пробовать на вкус. Маленько отличаются компонентами, но вот такие цветные сладкие конфетки, изюм и арахис встречаются везде. Здесь только бананы, а здесь вот такие вот желтенькие апельсинки. Ну и посмотрим компотную смесь, что же там внутри, какого качества. Сейчас посмотрим. Открою. Очень крупные кусочки, то есть никакой такой мишуры, он даже не умещается в тарелку. Вот. То есть это прекрасное дополнение, можно сварить компотик, кто-то, может быть, ешь с сушью, кто-то в выпечку. То есть вот такие вот составляющие. Здесь и яблочки, и вот сливка. И абрикос. То есть все попробуем в действии. Ну что ж, еще из категории продуктов решила взять на пробу вот такой вот попкорн соленый. Здесь 95 грамм. Не знаю, не пробовали детки. Потому что всегда брали в красном и белом вот такие вот. Здесь 100 грамм. Но по цене в два раза. В красном и белом дороже. Здесь где-то 32 рубля, здесь около 16. Поэтому про качество ничего не могу сказать. Если кто-то пробовал, отпишитесь. А так вы попробуйте, еще взяли такой попкорн. Ну, что касается продуктов, это все. Я, в принципе, не любитель покупать там продукты. Купила, в принципе, нужные немножко вещи в хозяйстве. Ну, начну с кухни. Завезли вот такие вот мерные стаканчики. Там еще есть меньше, где-то до 100 грамм стаканчик. Это темная пластмасса с золотистым тиснением. Но вот здесь мне понравилось, значит, все крупно, все ярко. Потому что мои стаканчики выходят из строя, их можно как-то в бытовом, где-то в садово-огородном уже принимать в качестве. И на смену своим стареньким стаканчиком я купила вот такие новенькие, сразу два, потому что мало ли мука, сахар или там еще что-то вам нужно, воду отмерить. Вот смотрите, здесь грамм сахар, мука, и вот здесь уже литры, миллилитры. Все удобно, все видно. Так что кто даже не занимается выпечкой, это все равно нужно в хозяйстве. И еще по хозяйству вот такое сито купила, довольно большое и такое вместительное. Очень хорошо просеивает муку, скажу сразу, я им уже пользовалась, уже в деле его. Он прошел проверку, ничем себя не запятнал, так что покупайте. Цветовые гаммы различные, так что под любую кухоньку или под
ваш цвет вы подберете. Это, ну, все по 50 рублей, это я уже цены не говорю. Ну и целость сейчас серии пойдет. Кухня закончилась, продукты закончились. Сейчас пройдет серия как бы таких парикмахерских дел. Так как я, значит, стригу в нашей семье, значит, некоторых членов нашей семьи, то, естественно, обновила свой, значит, такой ряд приспособлений. Ну, конечно, знаменитые расчески. Здесь 5 видов. Вот, мы сейчас откроем. В принципе, я уже не первый раз беру этот набор. Очень хорошо и на повседневное, и на стрижку, и пробирать проборчики, делать проборы. И для прокрашивания волос тоже удобно использовать. Значит, вот такие вот миленькие расчесочки с разной. Значит, вот такой вот пробором, с разным пробором. Здесь две ширины. Это, значит, такой большой проборчик. Это делают тоже редкие проборы. Ну и самая такая ходовая, в принципе, которая ежедневно можно ее использовать. Пожалуйста. Вот 5 видов расчесочек. Но еще я прикупила себе вот такой вот емкость для окрашивания. Почему-то на камере она темно-синяя, такая синяя, но на самом деле она фиолетовая. И вот в наборе. Этот наборчик стоил 55 рублей. Вот наборчик такой. Набор для окрашивания волос. 3 предмета. Из них 2 кисти и такой вот тазик маленький, где смешивать очень удобно краску. Есть где прихватиться. Есть та же расчесочка, кисточка. Поменьше, побольше, помощнее. Кому что нужно покрасить, какие прядочки. Тоже использовалась уже в деле. Очень удобно, очень качественно себя зарекомендовал этот наборчик. То есть, если вы дома сами краситесь, рекомендую всем купить. Но почему-то вот на камере говорю синий, но вот он фиолетовый, все фиолетовый. Ну и еще для парикмахерских дел, естественно, купила вот такие вот ножнички. Тоже, кстати, они, значит, были по 50 рублей. Одни обычные, а другие филировочные, так называемые. Тоже уже все прошло проверку. Вот. Покажу, заточка замечательная. Все стригут, вот филировочные, все видно. Вот эти вот зубчики все. Ну и обычные. То есть здесь как для парикмахеров есть такой вот для пальчика. И они вот в таком вот, значит, цвете, что есть черный с синеньким и синий с черненьким. Как наборчик получился. Все продумано, тоже цветовые решения есть различные. Это можно посмотреть из наличия. Ну и продолжая эту тему, вот купила, значит, вот такую накидку. Не буду все раскрывать, такую. Там есть разные тоже цветовые решения разными картинками. Ну, взяла такие вот с девушками. Тоже замечательно. Там липучка. Накрывает все, длинная она. Накрывает все, значит, не дает человеку, значит, волосами своими замараться. И очень замечательно от нее все осыпается. И потом подметете, и чистота и порядок. Ну, чтобы закончить тему волос, купила вот такие резиночки. Тут 4 цветовых решения в одном наборе. Сейчас откроем, посмотрим просто вблизи. Тоже цветовые решения разные. Вот фиолетовые. Тянутся, дети такие любят. Очень упругие, тугие. То есть под каждый наряд. И еще с белыми там. Под каждый наряд можно найти свою резиночку. Так что вот это на сегодняшний день все покупочки. Очень много новиночек появилось в экспрессе. И вазочки, и что-то еще для кухни. И шампуни новые завезли. Так что, девчонки, идите, покупайте. Если вас что-то заинтересовало из моих приобретений, отпишитесь. Так что
все за покупками.